Шымкентцы поддержали идею о переименовании столицы. Своеобразная акция прошла в рамках международного фестиваля воздухоплавания «Ашхаспан». В ней приняли участие аэронавты из России, Украины, Румынии и Венгрии. На площадке ипподрома они разместили более 20 воздушных шаров. Здесь же состоялся концерт с участием звезд отечественной эстрады. Изюминкой мероприятия стал флешмоб с участием 20 тысяч человек. Жасасын Казахстан! Астанамыз Нур-Султан! Я специально пришел, чтобы поздравить весь народ Шымкента с этим фестивалем. Поэтому специально вот моя дочь со мной рядом. Это большой праздник, это международного уровня фестиваль. И мы хотим, чтобы Шымкент стал столицей фестиваля воздушных шаров.